Всем привет, дорогие зрители, вы на канале Devil Play, и мы продолжаем Towerlands. Вот, да, может такой будет сюрприз, все-таки, да, я решил продолжать ее записывать, может быть я буду иначе по-другому делать, как бы, по 2 минуты записывать, потом я буду соединять эти, так сказать, видосики, и будет один целый полноценный видос, вот. Ну, для того, чтобы, так сказать, если она прерывается, запись, то будет уже немножко по-другому проходить запись. Ну, давайте не об этом будем, сейчас посмотрим, я вот, что у нас тут новенького. Прокачала наших лучников до 179 уровня. Вот, и хочу попробовать кое-что новенькое. Так, значит, у нас тут есть такой персонаж, как Щитоносец. Или как он по-другому называется, Защитник. Вот, хочу его испробовать на нашей башне, чтобы мы, так сказать, смогли пройти 900-й замок. Давайте поставим его вот сюда. Это мы вот сюда поставим. Потом, кого еще можем сюда поставить? Валькирка, давайте валькирку поставим. Вот сюда. Блин, куда я поставлю? Кого? А, барабанщика заменил. Мне так не пойдет. Барабанщик по-любому у нас должен быть. В любой пачке, в любой, не знаю, ситуации барабанщик должен всегда у нас быть. Ну что ж, давайте попробуем атаковать 900-й замок. Для начала. Так, скорость не надо. Оп. Кажется, мы уже неправильно начали. Ну, попробуем в любом случае. Так, давайте. Нет. Уменьшу скорость. Это не надо. Так, ну это так, чисто сейчас протестили для себя. Так, давайте, мы же не все сделали, ребят, помните, еще с прошлой серии у меня остались доступные очки навыков. Я вот подумал насчет этого и решил вот что сделать. Увеличу я все-таки урон модуля и скорость атаки модулей. Как бы модули, они в любом случае, в любой ситуации у нас будут, поэтому я думаю, будет правильное решение прокачать их. Призванные существа, да, но неплохо, как бы, но не так часто у нас бывает. Ну, сейчас на данный момент, ну, с новым билдом мы не так часто им пользуемся, у нас в основном лучники сейчас. А лучника света у нас пока нету, поэтому, ну, почему лучник света? Потому что он призывает юнитов, ну, так сказать, ближнего боя. Так, и еще что-то можем прокачать. У нас еще 22 доступных очков навыка есть. Увеличивает здоровье призванных существ, увеличит время призванных существ. Так, призванных, скорость атаки призванных существ. Давайте скорость атаки повысим. И, блин, я думаю, лучше все-таки здоровье им увеличить. Там они более живучие были у нас. Ну и вот как-то так. Посмотрим, что еще у нас тут осталось. Это я сделал. Давайте еще раз попробуем. Посмотрим, что у нас получилось. И сразу призываем. В битву всех. Ого. Ребят, чувствуете? Уже что-то получаться начинает. Ребята, это победа? Неужели это будет победа, ребят? Как вы думаете?
Ну, может, сейчас не в этом бою, но если не ошибаюсь, кажется, следующий бой сейчас будет победный. Да, намного лучше стало. Так, что мы можем еще изменить? Чего нам не хватило в этом бою? Чего же нам не хватило? Посмотрим сейчас. А, чего не хватило? Мне 582 миллиона, я думаю, что я не сделал до конца. Смотрите, ребят, есть такой вариант, как прокачать тренировочное поле до 300-го, ну, то есть до 10-го уровня, ну, то есть до 99-го. Если я сейчас 300 лямов отдам на это дело, ребят, ну, мне остается 282, и я не думаю, что я свою пачку прокачаю до 199 уровня, поэтому я думаю, лучше сейчас вариант будет, так как вы видели, уже мы более-менее с ними справляемся. Думаю, самый лучший вариант в этой ситуации будет прокачать башню. Причем, оп, 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 вот это, кстати, опять-таки, вот эта фигня, которая автоматически переходит на то, чтобы ты за бриллианты прокачивал башню. Вот это, конечно, очень нехорошо придумали разработчики. Надо как-то так нажимать, чтобы... аккуратно, чтобы не потратить все свои бриллианты. Да, где-то вот на серединку надо клацать. На серединку. Вот отсюда краешек справа так клацаешь. И тогда, в принципе, золото не улетучится. Ладненько, ребят, давайте я прокачаю башню по максимуму. Сколько у меня есть золото, все вбухаю. Так как вы сами заметили, уже мы в принципе, можем пробить башню. Поэтому, ну, сейчас смысл как бы прокачивать персонажей до максимума, я не вижу. Потому что мы и так должны, по идее, справиться. И сейчас прокачаю и будем продолжать. Кстати, ребят, давайте еще пройдем портал разбойника 18 уровень. Последний раз, когда я атаковал, не получилось пройти, а сейчас я прокачал свою башню. И, в принципе, в этот раз мы должны пройти. Вот, я просто не понимаю людей, которые задают вопросы, задаются вопросом, как пройти 13-ю волну, как пройти 14-ю. Ну, блин, ребята, здесь что, так прям много вариантов есть. У нас так, тут 5 несчастных лучников стоит на башне. Ну, как бы, я не думаю, что здесь какой-то другой способ. Здесь только один способ есть, прокачивать лучников по максимуму, модули прокачивать. Ну, в принципе, и все как бы тут. Как бы особо таких вариантов нету. Ну, разве что есть вариант купить лучника света, да, согласен. Ну, это те, кто может себе позволить. И реально, там, может быть, уже побольше волн сможет пройти. А так, в принципе, я уже добрался до 18 волны. Ну, будем надеяться, что после обновления, может быть, добавят еще и нового лучника. Чисто для того, чтобы мы могли проходить еще больше волн. Ну, так сказать, да, сбалансировать порталы. Да, тогда для этого бы еще неплохо было бы добавить лучников. Даже с учетом того, что если даже мы купим лучника света, у нас еще 2 пустых места стоит на башне. Ну что, я уже прокачал свою башню и вбухал все золото. И у нас, как вы видите, теперь башня 446 уровня. Да, и как видите, еще у нас и просрались кристаллы. Это, не знаю, это очень подлый способ со стороны разработчиков таким образом, короче, выбить все кристаллы у игроков. Ну, что поделать, вот такие вот дела. Не знаю, вернут ли они эти кристаллы или нет. Ну, если не вернут, то... Короче, фигня полная вот эта кнопка, блядь. Нахрена 107 бриллиантов на каких-то 3 уровня, когда я могу спокойно прокачать свою башню за золото. Ладно, не будем сейчас об этом. Попробуем сейчас. Ну, сейчас уже однозначно, уже 100% я пройду 900-й замок. Вот. Как-то вот так. Да, такие вот дела. Thank you.
Что-то пошло не так, ребята. Вот серьезно. А ну-ка. Не, ну это не серьезно. Давайте еще раз попробуем. Ну что, я уже прокачал свою башню и вбухал все золото. И у нас, как вы видите, теперь башня 446 уровня. Да, и как видите, еще у нас и просрали кристаллы. Это, не знаю, это очень подлый способ со стороны разработчиков таким образом, короче, выбить все кристаллы у игроков. Ну, что поделать, вот такие вот дела. Не знаю, вернут ли они эти кристаллы или нет. Ну, если не вернут, ну... Короче, фигня полная вот эта кнопка, блядь. Нахрена 107 бриллиантов на каких-то 3 уровня, когда я могу спокойно прокачать свою башню за золото. Ладно, не будем сейчас об этом. Попробуем сейчас. Ну, сейчас уже однозначно, уже 100% я пройду 900-й замок. Вот. Как-то вот так. Да, такие вот дела. Что-то пошло не так, ребята. Вот серьезно. А ну-ка. Не, ну это не серьезно. Давайте еще раз попробуем. Блин, долго этот защитник восстанавливает свой... Использовал навык. Блин, у меня не прокачанная башня была, и то я больше снес с этого замка. Ладненько, давайте еще кое-что попробуем. Давайте валькирку оставим. Поставим лучника, наверное, что ли. Я не знаю. Просто посмотрим, что будет в итоге. Что получится. Еще чуть-чуть, еще немножко, и мы победим. Yes, ребята, вообще, ну просто, блин, почти под конец. Еще бы чуть-чуть, могли бы меня разбить. Все, ребята, мы 900-й замок взяли, в конце концов. Вот.
Да, как-то заменил наушника, видите, ребята, и действительно получилось пройти этот замок. Теперь можем попробовать еще и тысячный замок пройти. Ну что ж, погнали. Так, сразу обороняемся. Вот здесь, конечно. Сразу у нас налетают собаки. О! Мы уже пол хп сняли. О, вот это, конечно, кабаны. Блин, а поверх не попадет он? Так, давайте, давай, давай, выносить, 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 выносить. Давай еще. Опа, чуть-чуть осталось. Еще немножко, сейчас решающий момент. Или я, или они. Походу я в этот раз. Не, ну ребята, ну, сейчас справимся, сейчас все будет. Еще раз давайте атакуем. На этот раз чуть половче надо. Блин, промахнулся по стрелам. Вот в этот момент бы вырубать эльфа, чтобы он именно вот в замок ускорял выстрелы. Вот сейчас, например, да. Вот. Да нет, не получилось. Часто вылезают враги, вот поэтому и не получается их пробить. Замок пробить, так скажем. Ага, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Вот, блин. Все равно не хватило. Не получилось, блин, они вынесли нас опять. Пофиг, сейчас я пробью этот замок. Не важно, сколько раз придется атаковать повторно. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, кстати, модули реально быстрее стали стрелять, после того, как прокачал навык. Шикарно. Да все, это уже однозначно победа. В принципе, уже все, давайте так. Все. И тысячный замок мы тоже взяли, и 900-й замок мы тоже взяли. Ребята, мы так долго к этому шли. Сколько серий было сделано, сколько поражений было, сколько всяких вариантов разнообразных, сколько мы пробовали и так, и сяк, ребята. И наконец-то мы их прошли, ребята. Мы с вами дождались до этого. Спасибо вам всем за просмотр, за то, что были со мной до последнего. Но это еще не конец, еще будем дальше продолжать. Но тем не менее, мы уже наконец-то прошли с 900 и 1000 замков, которые кумарили уже сколько нас серий. Вот. Если вам понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Фейсбуке, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будут у нас еще продолжения, еще будем. Но, кстати, будет скоро еще и обновление. Обязательно тоже по ней будет отдельный видос, как только выйдет обновление. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.